По поводу отставки Собянина. Когда говорят, что это некий эксперимент, я не очень понимаю. Эксперимент в чем? Всю жизнь любые чиновники, с тех пор, как они появились в истории человечества, они избирались, были назначаемы, потом уходили, иногда назначались в Рио. Я не понимаю этой перестановки. Значит, какой-то кадровый интерес есть. Опять-таки, мы с вами, к сожалению, здесь на земле в кавычках, да, как говорят опера, оперативные сотрудники МВД, мы все равно не поймем причинно-следственной связи. Но, наверное, ему предложат очередной какой-то пост. Может быть, чем-то устроил федеральную власть или чем-то не устроил федеральную власть. Опять-таки, если мы будем избирать мэра напрямую, как это происходит, например, там, в Нью-Йорке, да, было бы несколько, было бы гораздо больше вопросов. А здесь ее назначили, сняли. Дай бог, чтобы поставили человека, который будет болеть и ратовать за Москву, который сделает Москве лучше, а не будет просто показывать, какой он хороший, там, плохой, или добиваться своих каких-то амбициозных планов.